До сих пор задаешься вопросом, где купить топовый аккаунт без фарм-симуляторы, а к тому же еще с огромной суммой робуксов на балансе, которую ты можешь потратить в любой игре и в любую игру задонатить, тогда тебе именно сюда. Переходи и покупай. За эту группу я полностью тебе отвечаю, потому что эта группа уже работает больше 2 лет, а это значит, группа полностью честная. Ну а что ж, погнали к ролику. И всем привет, дорогие друзья, с вами Костик Попов на связи, и сегодня у нас выходит новый замечательный топовый ролик, так что перед началом этого ролика ставь лайк, подписывайся на канал с колокольчиком, чтобы не пропускать мои новые бомбические замечательные ролики. И также, почему подписываться надо с колокольчиком? Чтобы вам приходило оповещение, то что у меня вышел новый ролик, так что жмякай лайк. Подписочку с колокольчиком. И также, ребят, не забывайте писать свои топовые комментарии. За комментарии я добавляю вас в друзья на Кости Пау-Пау. И также добавляю в друзья на своем аккаунте от Нуба до Прозвища на Армии Пау-Пау. Совсем скоро я тот аккаунт разыграю. Так что, в принципе, смотрите каждую серию от Нуба до Про и сможете выиграть замечательно крутой аккаунт. Так что не забывайте. А что нужно написать, чтобы получить добавление в друзья? В общем, вы должны написать... Допустим, что вы купили вчера, что вы купили сегодня, что вы вчера нафармили, ну, точнее, сколько вы вчера нафармили, сколько вы сегодня нафармили. В общем, опиши свою жизнь в симуляторе пчеловода, потому что мне очень интересно это знать. И также в конце своего комментария укажите свой ник в Роблоксе. Вот, и тогда я вас добавлю, друзья. И также, а кому вообще нечего написать, то вы можете написать, точнее, описать, что мы сделали в прошлом видео, то есть в прошлой серии от Нуба до Про, то есть это была 62-я серия, которая вышла у нас вчера. То есть можете описать, что мы там сделали. И тогда я вас тоже добавлю в друзья. То есть описать, что я там делал, о чем я рассказывал и все такое, все в этом смысле. В общем, ладно. И также этот ролик... Почему я это сейчас буду говорить? В общем, этот ролик я снимаю, то есть снимаю я его 19 числа в 15, короче, вы сейчас скрин вам на экране покажет, потому что это долго говорить. Вот, скрин на экране, то что этот ролик я первый, кто создал из русскоязычных ютуберов, так что не надо мне потом писать, то что, ой, там ютубер первый заснял. Ребят, я первый, кто заснимает этот ролик, просто этот ролик выйдет 20 числа, то есть завтра. То есть он, вы его посмотрите 20 числа, правильно, и, а я его снимаю 19. В общем, ладно, погнали, короче, к видосику, да. Опять серия и серия, ребят, помешан на сериях, потому что от Нуба до Про это очень большая работа, ребят, и очень много стараюсь. В общем, за этот ролик, ребят, сразу вам хочу сказать, хочу получить 190 лайков. Как только мы набираем 190 лайков, я выпускаю новый топовый ролик. Может, это будет серия от Нуба до Про, так что ставь лайк. Не забывай про это, потому что меня это реально очень сильно поддерживает, и я хочу делать больше и больше видосиков. Ладно, поехали к видосику. Видосик очень жесткий, очень жесткий. Ладно, жмаю F11, ребят. Мы заходим в браузер. Так, мы зашли в браузер. И тут, как вы видите, я на канале Анетта. Анетт в своем твиттере написал сообщение, то, что он создал свой YouTube канал. И теперь Анетт тут, наверное, будет оповещать о новых обновах или что-то такое. И также Анетт снялся в Roblox Devilry. Короче, я прочитать не могу, давайте зайдем, там будет легче прочитать. Вот, и тут Анетт рассказывает, как он создавал симуляторы пчеловода, и пошагово рассказывает, какие он добавлял функции пчелам, что он добавлял за квесты в игре, и также очень много всего разного. То есть, кто знает очень хорошо английский, вы все поймете. Тут Анетт, вот реально, это Анеттик, и рассказывает, тут уже очень много лайков, давайте поставим лайк Анеттику, Анеттик самый топовый. Давайте напишем в комментарии топ, почему бы и нет. Топчик, давайте топчик, просто напишем топчик. Так, пишем топчик, наш комментарий теперь тоже тут есть. Ставим лайки на этот комментарий, тогда я пойму, что мои подписчики заходили на этот видосик. Кстати, ссылочку на этот ролик я оставлю в описании своего видосика, сможете сами посмотреть. В общем, давайте прочитаем. Тут, в принципе, описывается создание интригующего пользовательских опытов первый раз. Анетт. То есть, как он создавал свою первую игру. Тут Анетт рассказывает, как он создавал свою первую игру. В общем, тут вот, как видите, Анеттик стоит, рассказывает. One of the greatest tools you have at your disposal, though, as a Roblox game, is just allowing other players... Ладно, сами зайдете и посмотрите, потому что это реально круто, это канал Анетта.
В принципе, ссылочку вы найдете в описании моего ролика, да. В общем, вот такой вот ролик вышел. Кому он понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал с колокольчиком, не забывайте, ребят. И также жду вас завтра на моем новом топовом ролике. Так что всем пока-пока, на связи был Костик Пау-Пау. Оставайся добрым, будь мудрым.